очко нам в копилку, тем более игра с чемпионом. Здесь, наверное, особого представления не нужно, но я еще раз ребят поблагодарил и сказал, что сегодня была команда, именно единое целое. Это не только 11 футболистов, это и администрация, и весь штаб в клубе есть, потому что ситуация непростая, и надо набирать очки. Все это понимают, и очень важно именно было сегодня сделать, да, такой шаг. Хотелось бы, чтобы это было отправной точкой, чтобы, как раз я и сказал, ребята, они это почувствовали и дорожили этим, потому что только в работе, в отношении друг к другу, в отношении к делу, и в терпении, и в единстве можно справиться, в чем я не сомневаюсь. Дмитрий Владимирович, вы отмечали до этого еще, что футболистов надо еще немножко сделать так, чтобы физически они были лучше готовы. Вот сегодня как физически команда смотрелась? Ну, сложно. Оно со стороны может так смотреться, плюс поле тяжелое. И, конечно, быстрые переходы. По сути, игра такая была на встречных курсах. Атака на наши ворота, атака на ворота соперника. Я говорю, больше до логики доводить наши атаки, потому что, по сути, если твоя атака рвется, зародыши самой атаки, там предпоследняя передача, тебе сразу идет ответ на так тяжело. И об этом говорили ребятам, чтобы они как раз управление темпом контролировали. Не всегда нужно обострять, и не всегда готова передача вперед. И нужно сделать несколько промежуточных, чтобы эта атака закончилась более логично. И когда эти ситуации создавались, это и кроме того, что сопернику было тяжело, потому что им надо было возвращаться на свою половину, и, соответственно, наша группа обороны отдыхала. Ну и плюс, еще раз повторю, не всегда ты обостришь игру первой передачей, не всегда. Еще нужно, может быть, надо 2-3 передачи сделать промежуточные, чтобы еще поднялась группа игроков, чтобы создать преимущество во фланге, либо через вбегание, через забегание сыграть перед штрафной. А в целом, если брать оборону, она сегодня в достаточно необычном, так скажем, виде вышла. Впервые в таких сочетаниях ребята играли. Как оцените игру обороны? Ну, я бы оценил игру всей именно команды в оборонительных действиях. Потому что, еще раз повторю, трудности вы сами знаете. Я 9 фамилий сейчас назову, что все футболисты, все помощники, все большую пользу клубу приносили, добивались результатов. Ну, я говорю, что рад сегодня. Ребята сыграли как мужики. Кроме того, что тяжело было, и выстояли, и показывали достаточно неплохие моменты в атаке, позиционной атаке. То есть это радует.